Ольга Бузова поражает своей многогранностью. Она успевает вести программы на телевидении, регулярно записывает новые песни. Как оказалось, Ольга считает себя еще и писательницей. Вопреки словам многих критиков, Бузова продолжает открывать себя. Книга «Цена счастья» – попытка рассказать историю обычной питерской девушки, свидетелями жизненных хитросплетений, которой была и остается вся страна. В книге Ольга рассказывает всю правду об участии в телепроекте «Дом-2». Рассказывает о семейных отношениях с известным футболистом Дмитрием Тарасовым, о зависти и предательстве на пути к успеху. Большинство людей, которые приобрели эту книгу, выставляют изданию положительные оценки и радуют отзывами. Большая книга. Специально брала, чтобы носить с собой сумки вместо кирпича. И плюс, чтобы качалась попа с помощью такой нестандартной силовой тренировки. Отмечу, что стоимость книги упала настолько, что теперь ее можно купить за горсточку рублевых монеток. По всей видимости, тираж, которым книга была напечатана, никак не может быть распродан. А продавцам нужно срочно освободить место на складе.